Привет всем! Закончена крыша. Давайте пройдемся, посмотрим. Идем сразу на крышу. Даже не знаю, что комментировать. Кровля фальцевая. Технология двойного фальца. Со стенным жёлобом. Жёлоб сделан одним листом от лотка, получается, и туда. Это все один лист, с одного листа сделано, без соединений. Здесь безразрезный, здесь нет разреза, здесь два конверта внутри. Второй уровень кровли сделал веером. Вентилируемый конек упирается в скат.
солнышке вообще прекрасный цвет. Ну вот, как-то так вот.